Они имеют право быть такими, какими они себя видят. Смелыми, сильными, храбрыми, стойкими, тонкими, иногда ранимыми. Они имеют право быть самим собой. Они – это представительницы прекрасного пола. Именно таким посылом пропитаны работы Севильи Акрамовой, которые можно увидеть на ее персональной выставке в галерее Bonum Factum. Экспозиция представлена при поддержке швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане и компании Wandernet Express по итогам участия в проекте Art Space BFG 2022. Художница постаралась показать себя именно самим собой. То, что она не повторяется, она не копирует кого-то, не идет в стиле какого-то данного там графика. Вот. И ее работы в данный момент, они неповторимы. Я, например, не видел что-то похожего. Надо дальше развивать. Гендерное равенство. Тема острая. Сегодня об этом много пишут, говорят, организовывают мероприятия, реализуют проекты. Без слов на языке искусства художница Севилья Акрамова в своем проекте говорит о проблеме неравенства. Почему это становится тенденцией и как с этим справиться? Идея выставки зародилась благодаря проекту, которого организовала галерея Bonum Factum. Это был конкурс. На этом конкурсе нужно было выбрать определенные темы. Я выбрала тему гендерного равенства, где больше акцент дать женскому полу, потому что, мне кажется, в нашей стране есть какие-то неровности, которые лучше... Женщины больше нуждаются в поддержке, и тем самым своей выставкой я решила их поддержать своими работами, сказать, вы можете быть самими собой, вы можете быть любовью, болью, надеждой, радостью. Вы каждый день создаете себя и живите ради себя, и будьте счастливы, создавайте свой мир. Целью проекта «Быть самим собой» стало желание подарить надежду зрителю и показать, что мы можем быть тем, кем хотим, и построить свою жизнь сами, без стереотипов, без ярлыков, которые навязывают и вешают порой с детства. Я попала на эту выставку совершенно случайно, но теперь абсолютно не жалею, что я пришла сюда, потому что здесь очень много интересных работ. Возможно, в каждой из них человек сможет найти что-то свое, потому что меня зацепило несколько работ. Конкретно это глаза, прорисовка глаз, то, как они выполнены в композиции, то, как они сочетаются с общей картинкой. В чем-то даже я нашла ностальгию. Что-то такое теплое обрела, очень приятное. Что-то отталкивает. Такое тоже есть на самом деле. Но есть прям вот картины, которые прям вот сюда. В экспозицию выставки вошли живопись, графика, а также диджитал-картины, оцифрованные с графичных оригиналов. Выставка продлится до 20 ноября. Добро пожаловать!